обсудим. Спасибо, добро. Спасибо, направо. Спасибо, направо. Спасибо, направо. Спасибо большое. Возвращаемся в рамки. Обратите внимание, позывы у девушек более жесткие. Максимальная демонстрация. Также мы меняем теперь номер 45 и 72. 45, 72 также меняются местами. Оценка прав в борте. Спасибо, направо. Отлично. Спасибо, направо. Судьи, не забываем судить, любуемся, но тем не менее. Спасибо лицом к судьям. Широчайшие спереди. Мужчин пост на 3 больше, чем в женском культуризме. Спасибо, расслабились. Бицепс с произвольной руки. Спасибо. Трицепс с произвольной руки. Спасибо, направо. Так, спасибо, лицом к судьям. Итак, двойной бицепс спереди. Обязательный позов. Спасибо. Широчайшие мышцы спины. Спереди. Спасибо. Бицепс сбоку с произвольной руки. Спасибо. Спасибо, направо. Спасибо, направо. Спасибо, направо. Так, 71 и 44 номера. Просьба поменяться местами. Я говорил, категория сложная, долго, судьи долго думают, принимают решение. Спасибо, направо. Спасибо, направо. Спасибо, направо.
красиво направо. Дамы и господа, судьи, есть ли еще пожелания? Ну, тогда всем спасибо. И с ребятами мы уже увидимся на награждении. Если я правильно прочитал, я надеюсь, что правильно. Инструктор тренажерного зала. Кузьмин Стим Ньютон, прошу прощения, это полное название. Тренер Кузьмин Антон. Хобби. Увлекается Екатерина иностранными языками. Ну что же, ждем вашей произволки, Екатерина. Спорта в категории фитнес. Атлетик. Ну что ж, ждем, просим. Thank you.
10. I be out, I just got the whole crowd doing 10. Checking what eyes can be sweating up my eye. Can you live in her eyes? Keep the gleam in your eye. Come with your drunk all our time, let the horn go. Gas to the pedal like metal at a court show. The slime rock up in that shit, no that fire. Round the back and freak the rhythm till there's no rope, bye bye. So be my fly fly, fed up, who's it, ha. That includes all who goes, sissy, la la. So from the child, child, who can call me, bye bye. With a paper action, hunt until my fly fly. Down for high hat crash and whiplash. City night, bright like earth flash. Спортклуб «Шерфан Джим» работает также в спортивном клубе «Шерфан Персональный Премиум». Тренируется самостоятельно по собственному руководству. Корпус «Спорт и медицина». Лучших результатов в активе есть серебряные медали гран-при предыдущего «Золотого тигра» по фитнес-бикини, также есть чемпионство госгордости и чемпионка турнира «Гантеля», также по фитнес-бикини, является мастером спорта. Расстроена Анастасия, город Челябинск, фитнес-клуб «Сталкер». Работает также в фитнес-клубе «Сталкер» тренером, тренируется под руководством Попова Алексея. Результатов Анастасия Кирова. Россия, Екатеринбург, клуб «Айлс Фит», место работы лингвист переводчик, по профессии она пока баба, несмотря на специальность, она в отпуске ухаживает за ребенком. Тренируется под руководством Каулина Людмилы, увлекается боксом, путешествиями и индустрией красоты. Лучшие результаты. После рождения дочки похудела на 20 килограмм. Лицом к судьям. Я хочу напомнить, что в этом раунде у нас судьи могут делать дополнительные сравнения с бикини, да, вызывать любых участниц из полного спектра номеров, представленных на сцене. А девушке спасибо в линейку. Приглашаем. Спасибо. Оценка пропорций. Девушки, чуть-чуть сдвиньтесь, пожалуйста, к левому краю сцены. Еще раз оценка пропорций. Спасибо, направо. Спасибо, направо. Спасибо, направо. Спасибо, лицом к судьям. И, пожалуйста, на свои места в линеечке. Следующие 6 участниц выходят теперь к переднему краю сцены. Девушки, ау, 26, 28, 55, 61. По центру сцены, пожалуйста. Все вас увидели, не прячьтесь за колонками. Итак, оценка пропорций, внимание, лицом к судьям. Спасибо, направо. Спасибо, направо. Я напоминаю,
фитнесе оценка 50 на 50. Пропорции плюс произволка. Спасибо, направо. Спасибо, направо, лицом к суду. Замечательно, встаем в линейку. И следующая четверка. Номера 81, 85, 95, 101. Чуть-чуть раздвиньтесь, не толкайтесь, не так кучно. Отлично, лицом к суде, внимание. Направо. 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 Спасибо, лицом. Занималась боксом очень успешно. To the one who gave to us new life.